приехали в такое место, где сосредоточены парки, аквапарк и еще какой-то парк. И тут центральная улица, пешеходная и велосипедная. Наверное, вечером здесь, ну, тусовка какая-то. Но все к этому подходит. Да. Мы идем куда? В замок Баутиса. В замок. Эти небоскребы. Через эту розовую ветров гигантскую. Вот. Замок этот Баутиса, скорее всего, вот он и есть, наверное. Да. Все, что от него осталось. Все сюда приходят, фоткаются. Очень туристичное, посещаемое место. В интернете Злата про него прочитала. И хочет там что-то на фоне этого замка Баутиста пару слов сказать. Пожалуйста. Да, ну более название замка звучит как «La Torre Costanera Defensiva de San Juan Bautista». Или «Береговая оборонительная башня Сан Хуан Баутиста», короче. Длинное название. Да, названия у них тут еще те. Там ла. Смотри, а там в море океан плещется, сюда вода не доходит. Пошли туда или что? Подергаем за ворота давай. Посмотрим. А я сейчас залезу вот на этот и сниму. Смотри, держи меня, чтобы я не упал туда. Вот будет номер. Испанские рыбаки ловят рыбу. Сейчас мы сможем увидеть, как происходит сам процесс. А где рыба? Где у них фиш? Нет, это у них только прикорм. Где же рыба? Сделать первый заброс. О, он увидел рыбу. Ну, сейчас на эту башню забросят, я так чувствую. Не, он не стал. Это рыба, рыба моей мечты. Короче, я не вижу, чтобы они таскали одну за другую. Это рыбалка примерно... Примерно как у нас в Латвии тоже так. Ловишь, 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 ловишь. Ну, можешь поймать, а можешь и не поймать. Такая рыбалка. Ловишь, ловишь, ловишь. Мы вам покажем рыбу, если он выловит. Он постоит тут еще. Ну, вот приезжают люди сюда на велосипедах. Бабушка пришла, искупалась, уходит. Такое себе место. Требует ремонта. Немного не убрано, я бы сказал. Хотя мусорник есть, пожалуйста, можно кидать мусор в мусорник.
тут женщина спит на лавочке. И, наверное, она там и живет. Вот, в квартире Боба Марли. Вот такая. Такая вот у нас с вами получилась прогулочка. А рыбу он, кстати, так и не поймал. Вы догадались. Огромный парк. Значит, здесь вот такой развлекательный парк. Мне разрешили зайти, поснимать это все дело. И, значит, вход, билеты сейчас мы выйдем, и я покажу, какие цены. Значит, здесь просто пляж. Значит, купаешься в воде, загораешь, и никаких горок здесь ничего нету. Ну, такое. Ребенок спрашивает меня, папа, почему тебе не 65? Скидка, потому что. Да, спасибо, нафиг, я заплачу, ничего. 5,75 вот там. За 4,25, и за 3,50 еще можно купить билет, вон. А, это тем, кому за 65, да? Тогда, ладно, плачу. Хорошо, ну что там, спаляться под солнцем, у меня нос обгорелый. Горок там нету, просто лежаки. Можешь просто полежать на черном песке, вон, где волны в океане. Пошли. Вот, ну, что, оказывается, там... И у них можно покупать билеты не только в этот парк, а еще парк, где погулять можно, по горе походить. Вот по той горе. Побродить. Мне от одного вида уже как-то скучновато. Я не знаю, мне нравится двигаться. Я не могу на одном месте лежать, сидеть. Да, хочется тебе там, да, за решеткой посидеть? Нет, там нету горок. И вода на месте, и никто не взял ее. Медиамаркет. Мы зашли в медиамаркет. Тут, наверное, сплошные медиа. Но это точно не медиа. Все,
преддверии карнавала, все в ожидании карнавала. Сколько дней осталось? 3 дня. 3 дня. Как же мы доживем-то здесь, а? Эти 3 дня. Как все доживут? Ужас. Давай, Гусенька. Вертолетик показает. Пойдем на паровозике покатаемся. Или на машинке хочешь? Давай на паровозике. Давай, садись, будешь со машиниста, а папа сзади садит. Катаемся с тобой. Не? Все, да. Там всего лишь 2-6 минуты. Если бы он целый день бы катался, да? Они хотят там за это 1 евро или 2 евро. Лучше мороженое купить. Серьезно? Да. Дети какие прагматичные стали. А такое вот в электронной... А он никуда не двигается. Корите. Вообще ужас. Зато протрясет хотя бы. Протрясет реально. На машинку? Это не машинка, папа, копилка денег. Хорошая копилка. Копилка денег. Копилка родительских денег. Ну а в ту игру ты умеешь играть? Слоняемся просто, делать нечего нам, отдыхающим. Да, в эту игру очень легко кидать. Никогда в жизни бы внимания даже не обратил. Просто кидаешь денежку и все. Можешь даже уходить, просто кидаешь денежку. А конфету выдает? А это уже не важно. Не, ну надо знать, выдает ли конфету. Если конфету не выдает, то какой смысл тогда кидать у него денежку? А, он их покрутит, раскрутит, да? Да, 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 покрутит, раскрутит и все. И может дать, может не дать, да? Да, да, да. Не, лучше в магазин тогда идти, там наверняка. Да. Ну что, красивый, красивый комплекс. Красиво тут все у них обустроено. Знаешь, чем-то напоминает мне этот наш... вот. А как же он называется, боже мой? Вот с головой. По дороге в аэропорт, центр такой большой. Как он называется? Альфа. Ну какое? Ну, конечно же, не Альфа. Три дня потерпеть. Какие там волосы у нее, да, ты заметил, какие прически, а? А это королева макаронов, спагетти. Лапша. Лапша, и тапочки к ней приклеены. Эпатажная. Кажется, тапочки надо надевать не на ноги, а на руки. Показываю его. 9,99 стоит картонный бумажный рюкзак. С картона сделан. Это вот натуральный картон, вот то, что вот вы видите. Как пакет из картона в магазине. Только сшит, вставлены молнии туда. Вот, видишь, прошито. Ну, прошито, да, лямочки, все, как да. Кармашек есть. Офигеть. Картонный рюкзак, слушай, скоро будет картонная еда, мне кажется.